Значит, всем привет, с вами я. Сегодня буду ставить эксперимент по тряпкобетону. Вот по поводу там его изготовления, как он будет по прочности и прочее. Значит, у меня вот в мешках здесь, вот здесь у меня синтетическая ткань, вот тут у меня бязь, обрезки. Вот. Сейчас буду сначала делать на синтетике вот этот ящик, а на бязи, на обрезках вот этот ящик. Значит, обрезки у меня вот такого плана, то есть совсем прям не то, чтобы там большие какие-то, да, а вот такие вот, вот обрезки у меня. Вот такого плана обрезки. Вот я сейчас буду их туда этот, кидать и замешивать на них. Там у меня, в этом мешке у меня обрезки синтетики. То есть вот такая синтетика у меня, обрезки ткани. То есть буду делать полностью синтетика, как она, флис называется, с подложкой. Вот. Тоже буду делать, вот сейчас приготовил раствор, пропорции не скажу никому. Короче, вот я смешал тряпки, сейчас я продолжаю мешать. И ну, пожиже сейчас сделаю, вот мешаю тряпки. Конечно, будет там, на производстве будет бетон-мешалка мне мешать, когда сейчас все получится. Хардбетон будет мешаться с тряпками на бетон-мешалке. Это так сейчас я экспериментирую пока. Вот такая вот темка. Значит, сейчас разложу. Решил я сделать на синтетике, потому что она как бы не гниет, ее побольше, бязь я не буду трогать, а вот на синтетике я сделаю. Вот. Это у меня обрезки флиса, повторюсь, обрезки флиса. Вот они у меня. Вот флис, видно его. Вот такой синтетик она с подложкой. Вот, короче, вот так я кидаю еще тряпкой бетон туда в ящик. Ну, это в качестве эксперимента. Так я буду дорожку делать у него, так я покажу эксперимент. Так, ну закладка вот закончена. Вот у меня получился дал такой раствор. Буду его вынимать, когда он совсем все сделает, я разберу его, посмотрю, что получилось. Вот. А еще раз напомню, я хочу сделать. У меня обрезков очень много. То есть я там со свалки забираю их, со специальной. Вот, забираю такие обрезки. И, соответственно, это делаю. И... Ну, все, всем пока. Буду смотреть, что получается. Будет там через день-два разберу, посмотрю, что получилось.